Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2, сегодня у нас пятница, 8 часов вечера, значит прилетел Зур, прилетел у нас на Странник, сзади Араха Джаала, представителя Мертвой Орбиты, вот он. Просто многие путаются, не знают где, когда нету на планетах, оказывается только на Страннике. Перед тем, как расскажу, что он привез, значит роковая энграмма идет одна на все три персонажа. Если у вас нету какой-то экзотики, покупайте этим персонажем. Если у вас есть вся экзотика, нет смысла ее покупать. Вам дадут опять какую-то дополнительную шмотку, которая у вас уже есть. Поэтому лучше потратьте на тройку монет, повышает небольшой шанс выпадения экзотики. По поводу колонии говорить тут бессмысленно. Абсолютно PvP оружие. Я очень сильно удивляюсь, когда в PvE ее вижу. Значит, сейчас идет железка 6x6. Она там идеально просто заходит. До железки 6x6 и от колонии за все время умер раз 5, может 7. Только за последнее время я умер от нее, ну, раз, может быть, 10. То есть, понимаете, да, именно контроль точек очень сильно влияет, и там колония очень сильно решает. Что касается клятвы Синобу, есть более лучшие перчатки на охотника, да и вообще лучшие шмотки. Улучшает рикошетную гранату и дает дополнительный заряд к ней. Уклонение МК-44, ботинки на Титана бесполезные. От слова вообще бесполезно, нет смысла покупать. По поводу оленя, наверное, только в ПВЕ зайдет, и то очень спорно. Дает энергию раскола при критическом ранении, и когда вас убивают, образуется, грубо говоря, лужа, да, на которой вы можете отхилиться. Спорное очень решение, если, допустим, идти куда-нибудь в сумеречный престижный налет, да, и от Варлока отхиливаться, да, после его смерти. Только так, наверное. Все эти три стоят по 23, это стоит 29 осколков. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу, на канал.